Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Чи подобається мені, як воно горить? Пише Дмитро Ярош. Так, але це емоції, які ні в якому разі не можуть бути присутні на війні. Вважаю, що кожна українська ракета, дрон, снаряд будь-який боєприпас мають уражати логічні цілі, особовий склад, бойову техніку, штаби, комунікації, виробничі потужності, логістичні хаби та маршрути ворога, того що у нас не так багато боєкомплекту, щоб ми могли дозволяти собі без контрольно проявляти ненависть. Орду треба нищити методично і системно геть емоції. Це моя думка. Ворог буде розгромлений в той же час. В окупантів паніка істочники українських спецслужб після обстрілу Білгорода заявили, що ВСУ атакували воєнні об'єкти в Білгородській області. А жилі квартали міста якби получили повреждений за непрофесіональне действий російської ПВО. Схожі по смыслу коментарі опублікували українська правда РБК Україна і суспільне українські сили. обороны отрабатывали ряд мероприятий по целям, которые являются именно военные объекты. Поражение гражданской инфраструктуры, которое мы наблюдаем в Белгороде, является следствием непрофессиональных действий российской противовоздушной обороны, а также умышленных и спланированных провокаций, сказал собеседник «Украинская правда». Саму атаку собеседники издания называют ответом на недавние массированные обстрелы украинских городов, предпринятые российской армией. Это общие меры, ставшие последствиями следствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей мероприятия продолжаются, сказала, что в частности источник РБК Украина. В результате обстрела Белгорода по официальным данным МЧС погибли 10 человек, еще 45 получили ранения. Очевидцы назвали обстрел одним из самых сильных с начала войны. Российские власти с самого начала войны последовательно утверждают, что атакуют только военные объекты. После массового обстрела украинские города. 29 декабря на экстренном соседании Сабеса ООН представитель России Василий Небензи заявил, что жертва среди мирных жителей не было бы, если бы не работа украинские ПВО. До встречи, друзья! Ставайте спонсором на каналу Ставте вподобайка, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, переможемо разума!